Радио «Правда для России». В эфире «Радио «Правда для России». У микрофона Ольга Лубяная. Наш информационный дайджест. Министры обороны стран НАТО обсуждают новую помощь Украине. Об этом во вторник на встрече в формате «Рамштайн» в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Он заверил, что союзники готовы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. Глава Пентагона напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что нападение России на Украину – это испытание для всего мира. Вместе с тем Остин отметил, что Вашингтон сейчас не видит признаков того, что Россия собирает авиацию для крупной атаки, но Украина должна получить как можно больше средств противовоздушной обороны. Сейчас решающим фактором является доступность и скорость доставки вооружений украинской стороне. Это означает, что в первую очередь Украина будет получать артиллерию и танки. В Германии силы Бундесвера уже начали обучение украинских военных управлению танками «Леопард-2», которые страны Евросоюза согласились передать Украине. Накануне встречи министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в ближайшие 2 месяца Берлин передаст Киеву еще 2 установки ПВО «Айрис-Т». Всего Германия обещала передать 4 такие системы, из которых 1 с октября прошлого года уже находится на вооружении украинских военных. Путин просчитался на каждом шагу в своей войне, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания в формате «Рамштайн». Расчеты российского президента на каждом шагу его масштабной агрессии против Украины были обречены на провал с самого начала, считает США. Прямая речь Остина. Год назад Путин считал, что Украина станет легкой мишенью. Путин предположил, что Киев легко упадет, а мир будет стоять в стороне. Но Кремль ошибался по всем пунктам. Глава Пентагона отметил, что в течение года украинские воины храбро боролись за свою страну. Народ Украины проявил мужество на фоне российской агрессии, а страны доброй воли объединились, чтобы защитить мировой порядок. Вместе мы стремимся к тому, чтобы жить в мире, где споры урегулируются мирным путем, где уважают суверенитет, уважают границы и защищают гражданское население. Такие ценности поддерживает наша контактная группа, сказал Остин. Он отметил, что страны-участницы формата «Рамштайн» объединены в поддержке борьбы Украины за свободу. И мы будем стоять вместе, объединенные и решительные столько, сколько потребуется, заявил глава оборонного ведомства США. Радио «Правда для России». В эфире радио «Правда для России». В студии Ольга Лубяная. И сегодня у нас в гостях Петр Бурковский, политический аналитик, исполнительный директор фонда «Демократические инициативы». Здравствуйте, Петр. Радио «Правда».